Итак, дамы и господа, рад приветствовать вас в Забугорье, забугорцы мои, забугорчаночки, рад приветствовать вас. Я приехал взять трак, вот он, трак для перевозки и транспортации моих шмоток с острова на материк. Обошелся мне этот трак в 71 доллар, 0 центов за сутки. Вот. Буду еще сегодня звонить, узнавать и уточнять по поводу тех трех дней, которые мне обещали дать. Вот, они должны по халяву, charges free. А, вот такой вот, сейчас я переключусь. Вот такой вот трак. Это GMC Savannah база. Вот с таким вот кунгом сзади. С большим как раз. Ну, надеюсь, что мне хватит. Для перевозки всех своих шмоток. Сейчас я беру этот трак и еду на лодку. Билет уже приобретен. Лодка у меня сегодня в 12. А сейчас время 10:30. Дамы и господа, я приехал на лодку. Лодка у меня должна быть в 12 часов, но я постараюсь попасть. Мне дали вот такой вот талончик, так называемый стендбай, то есть в режиме ожидания стою. Возможно, мне удастся залезть на эту лодку тоже. Вот, там немного, в принципе, машина осталась, но шанс невелик, конечно, поэтому, скорее всего, я поеду на 12-часовой лодке. Вот, дамы и господа, я провел стрим, его можно будет посмотреть на моем канале, предыдущий видос, скорее всего, предыдущий этому будет. И я загрузился на лодку, на фрайтлайнер, так называемый, да, это грузопассажирская баржа, которая пойдет тихоходом до острова. Поездка займет где-то приблизительно около 2 часов, поэтому я сейчас пройдусь по лодке, покажу все, что да, как здесь у нас на лодочке устроено, на этой лодке. И заодно посмотрим виды и красоты с баржи. Вот так вот выглядит нос корабля. Сейчас прогуляюсь, дойду до бара, возьму себе чего-нибудь попить. И перекусить, может, даже тоже. Не знаю, что-то есть не хочется. Жарень такая стоит, ребята, это вообще кошмар. Ну, так вот машины идут в рядочек, в рядочек, в рядочек, в рядочек. Большие грузы пассажирские. О, есть даже вот такая вот. Такой кубрик здесь, небольшенький. Вот, пойдемте дальше. Шляться, шататься по лодке. Вход в пассажирское отделение через вот эту фигню. И можно дальше туда пройти. Будет еще один вход. Пешкодрапом, чтоб. Это вот мы сейчас его прошли один. А это корма корабля. Вот так вот даже место осталось. Вот такая интересная баржа. Ладно, пошел я наверх. Кнопочку надо нажать и держать. И мы попадаем сюда. Здесь у нас есть лифт, а там у нас подъем вверх.
Так что мы пойдем пешком. Ребят, на верхний дек я не попал, точнее сходил туда, но там такая болтанка, потому что корабль был высокий, да, то есть паром сам высокий, и ходить с камерой, не знаю, там такая хрень получилась, пытался отснять, но, в общем, не знаю, залью, не залью, все смыто, все размыто, как это все трясется, непонятно вообще, что там происходит, как бы у вас там морская болезнь. Не случилось. Вот, мы уже начинаем приставать к берегу. Сейчас пока пойду покажу вам из окошка видок. Вот, то есть где-то еще полчаса, наверное, уже пошло объявление о том, что будьте любезны, сядьте в машину, будьте готовы к высадке. Я тут вздремнул слегонца на этих седлушечках, так неплохо себя чувствую в данный момент жизни. Все отлично пока, все хорошо, погодка радует. Жизнь отлично.
вот и все, дамы и господа, швартуемся к воротам разгрузочным. Сейчас пойдет этот красненький, потом, может быть, еще он там рядом с ним, который стоит. Ну, а там я или сосед, по несчастью, с другой стороны. Ну, то есть все, уже осталось чуть-чуть, и я буду на острове. Поеду на загрузку, разгрузку, заеду в банк, заеду к друзьям, заеду туда-сюда, 5-10. Ну, короче, придется побегать сегодня. И еду я с острова завтра в то же время, в обед. Ребят, покатался по острову, поездил я, съездил на работу, отправил часы своему начальнику, чтобы денежку получить в пятничку. Получилось хорошо, получилось 55 часов. Вот, заглянул в банк тоже, там поэт сам посвятил свою рожу бородатой, поговорил с людьми. Сейчас буду загружать я вещи в свой вот этот вот полувэн, полукунг. Предстоит дохрени ли он работа. Очень огромный сторож, очень много барахла, причем барахла абсолютно, на первый взгляд, ненужного, но Анна Михайловна сохраненного, видимо, для того, чтобы я не терял свою физическую форму. Так что, ребят, побеги. Вот, сегодня встреча все с Андрюхой где-то часов в 6, чтобы он мне помог загрузить пинбол-машину эту огромную. Ну все, что, пожелать мне удачи, пока. Да, ребятушки, я устал как собака. Но еще не конец битвы. Загрузил сейчас танк, загрузил пинбол-машину в трак. В общем, мне еще предстоит побегать, посуетиться. Действительно, конечно, одному тяжеловато. Спасибо Андрюшке, моему дружбану молдавскому, помог мне загрузить танк и пинбол-машину. Конечно, без него бы я вообще не справился бы ни в коем разе. Вот. Также поговорил с новыми хозяевами
дома, который раньше снимал, потому что пинбол-машина и танк были у него там дома. Заехали, с ним пообщались. И он сказал, что, говорит, тебе, говорит, сдал бы хату за 1800 вообще, говорит, без проблем, этот подвал. Вот. Но уже поздно. Уже как бы поздняк метаться. Хотя, кто его знает, может, еще и вернусь на остров. Черт его побери, не знаю еще пока. Посмотрим, что произойдет. Все, ребяточки, оставайтесь на связи, я пошел дальше грузить. Вот, ребят, мы заходим с вами в facility в такое, где хранятся вещи. То есть вот такая автоматическая дверь, тележечки, и мы проходим. Сначала к фонтанчику пить хочу, не могу, прям пить хочу. Очень сильно. Даже туалеты здесь на кодах. Сейчас, секунду. Красота неописуемая, водички попить. Вот, а сторож открыт. Доступ. Так, это плохая телега. Мне не очень нравится. Плохо рулится. О, вот это отлично. Доступ в это помещение в течение 24 часов происходит. То есть в любое время вы можете сюда приехать и забрать либо свои вещи, либо положить свои вещи. Вот, значит, здесь 4, по-моему, этажа. То есть одно сверху и два снизу. И три уходят вниз. Да, вот 4 этажа, как мы видим. Нам надо на первый этаж. Вот, сейчас поедем туда вниз, в саму эту сторож-рум, и я вам покажу как раз, как они выглядят, это помещение, изнутри. Мы выходим из лифта, как вы видите, темно, но свет включается автоматически. И вот пошли рядки вот таких вот зданий, да, вот таких вот сооружений с воротами. Единственное, что здесь очень узкие коридоры. Огнетушители нам налево. Вот. И ищем номер 23, по-моему. И вот такой вот кусок стоит. Вот такое вот помещение, такой небольшой гаражик. Стоит порядка там, $400, по-моему, 300 ли я заплатил за месяц. Платил. Само помещение сейчас я покажу тоже изнутри. Дайте мне пару секундочек, открою замочек, и мы посмотрим это дело изнутри. Вот так вот, 10 на 10 помещение по высоте, где-то приблизительно тоже, наверное, футов 10. Такой вот куб вы снимаете за $400, да, там за 300. Вот, очень хорошо. Единственное, дороговато, конечно, да, тут я соглашусь. Очень много я уже отсюда вытащил. Практически битком была забита эта комната. Вот. Кресла остались. Тут пару вещей еще перекатить, и все, ребята. Я победил. Еще чуть-чуть, еще немного. Еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Всем доброе утро, дамы и господа, забугорцы, забугорчаночки, просто смотрящий мой канал Забугорец США. Сегодня очередной день. Вчера я загрузил все вен. Да, я смог это сделать. Был, конечно, тяжело, пиндец. Но тем не менее. Вот. Сейчас поеду позавтракаю. Ночевала сегодня в вене. Вот здесь. На этих сидюльках. Вот. Сейчас поеду позавтракаю. Наверное, скорее всего, в аэропорт. И в 12 часов, то есть через 3 часа, поеду опять на лодку. Поеду грузиться уже. И до материка. Ну все, ребят, оставайтесь на связи. Это еще не конец.